И снова о воде. Это, пожалуй, самая злополучная тема для березняков. Ни один день не проходит без отключения. И эта пятница не стала исключением. Без воды на этот раз останутся жители правобережья. По информации ООО «Березняковская водоснабжающая компания», 3 сентября с 10 утра до необозначенного времени ввиду устранения течи в районе дома номер 1 по улице Елькина будет отключено все водоснабжение в городе Усолье в домах, расположенных в квадрате улиц Елькина, Набережная, Свердлова, Красноармейская. Неизвестно, когда живительная влага появится в кранах жителей. Кстати, именно из-за таких ситуаций сейчас в городе ведется сбор подписей за расторжение концессионного соглашения с БВК. Уже собрано несколько тысяч подписей. Напомним, инициативу березняковцев поддержали на краевом уровне представитель президентского движения «Общероссийский народный фронт» в Пермском крае Ирина Ивинских взяла ситуацию с водоснабжением в Березняках под личный контроль.